Семен учится в колледже на 4-м курсе. Говорит, когда узнал про волонтерское движение, сразу заинтересовался. За время учебы он вместе с активистами побывал в разных странах, участвовал в десятках добровольческих акций. О летней поездке в Сакский район Крыма вспоминает с особенной теплотой. Те эмоции, которые я пережил там, на море, их просто не передать словами. Я поехал 2-й год, я бы ездил еще. Когда мы разъезжались, мы просто рыдали, мы не могли пережить. Очень было, правда, больно расставаться. Те эмоции, которые мы пережили, и те состояния, их просто не описать. Важно оставаться человеком всегда. Вот. И важно не проходить мимо чужого горя, потому что неизвестно, в какой ситуации ты окажешься завтра. В волонтерском движении «Виолетта» не первый год. Самое яркое впечатление от лета – участие в акции «Мы вместе». Работали на инклюзивном пляже, играли с детьми также на пляже, организовывали какие-то маленькие веселые старты, плели им косички, делали аквагрим. Поездка в Крым, организация такого мероприятия позволяет подросткам, людям вообще, в принципе, раскрывать свои какие-то качества человечности. Этого очень мало сейчас. Все участники акции прошли обучение в школе добровольцев и имеют сертификаты. Ежедневно активисты оказывали посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями. Студенты работали на пляже, помогали в археологических раскопках музея, проводили игры и мастер-классы, организовывали концерты и флешмобы, проводили тренинги, а пользуясь здорового образа жизни, принимали участие в экологических акциях. Развитие добровольчества уделяется большое внимание. У нас реализуется федеральный проект «Социальная активность в регионе» в рамках национального проекта образования. Основа этого проекта как раз-таки направлена на популяризацию добровольчества, на создание условий для занятия добровольческой деятельности. Впереди много планов. 19 декабря состоится 18-й форум добровольцев и форум студентов-активистов среднего профессионального образования, посвященный 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. И каждый год, летом уже по традиции, Крым ждет своих героев-волонтеров в гости. Дорогие ребята, сегодня вас хочу от имени губернатора и правительства региона поздравить с завершением этой акции. Ну а вы и ваши предшественники являлись первооткрывателями вообще такого направления в Российской Федерации. А значит, что вы сотворили историю. Самым активным волонтерам, а также руководителям всех 7 смен, работавших в Крыму, вручили почетные грамоты. Сергей Кизоркин, Елена Нижегородцева, Василий Колдашов. События.